два элемента я уже смазал клеем. Хочу показать, как я это делаю. Но, в принципе, это очень хорошо показывает Владимир, у которого канал Луха54, за что ему огромное спасибо. Ну, делаю то же самое. То есть сначала я промазываю клеем одну сторону заготовки. Какая-то капелька попадает в присадочное гнездо. Этого достаточно, потому что, по сути, мне не важно, чтобы оно там как-то очень хорошо схватилось. Именно там основной шип. Так. Далее. Главное не перепутать планы. Прикладываем. Немножко повозили. Туда. Отняли. Там, где не промазалось. Там мы добавим клея. Не забываем замачивать, дабы потом не пришлось лишний раз трудиться. Так, ставим шипы. Я присадил их шире, чем нужно, чтобы у меня была возможность тут регулировать положение по торцам, поскольку они обрезаны в один размер. Так. Ну вот. Хватилось, а теперь надо это все как-то перенести на ванну. Да, попробуем. Хорошо, ну в общем сам процесс дальше стягивания, он в общем-то довольно долгий, я не буду его снимать. Мне очень понравилось, что достаточно скрепить от поднимания от самой вайметы буквально в двух местах, не придумать какие-то еще такие же перемычки здесь, чтобы где-то здесь вот стягивать детали заготовки, не притягивает к ваймам, то есть уравнивает плоскость. В принципе, там 10 минут потраченных стоит усилия и итоговой работы. В общем, вот так вот выглядит столешница вот во время процесса клейки. 4 вайма, довольно большое усилие, и 2 прижимных планки сверху.